Народный коллектив «Павловские узоры» был создан в 1972 году. Уже на протяжении многих лет хор совершенствуется, обновляется, возрождает песенные традиции и переносит их в жизнь современного общества. Каждая песня рождается, она идет изнутри. И в народе всегда говорили, нужно петь нутром. А если внутри тебя ничего нет, пустота, то ты ничего и не исполнишь. Поэтому вот эта вот какая-то наполненность внутренняя, вот эта вот любовь, прежде всего, к народной песне и друг другу в хоре, вот это мы и дарим людям. На исторической сцене музея-заповедника Горки Ленинский артисты исполнили лирические и обрядовые произведения, частушки, а также всеми любимые народные песни. Участники хора являются хранителями старинных игр, забав и обрядов. Не случайно на своих концертах они проводят некий интерактив, выводят из зала зрителей, приглашают потанцевать, погружая их в атмосферу русской культуры. Егору Машихину нравится народная музыка, поэтому, узнав о выступлении коллектива «Павловские узоры», он, не задумываясь, пришел послушать любимые песни. Большинство песен, которые они исполняли, они, скажем так, есть такие вот народные, очень занудные, а здесь они вот именно на слуху такие мелодичные, веселые, большей частью. То есть вот это, конечно, очень хорошо. Большинство из этих песен я сам знаю. Несомненно, после этого концерта народный коллектив приобрел много поклонников своего творчества в лице местных зрителей. Душа у них поет, совершенно молодая, и танцуют. И зал веселят. И, конечно, просто надо благодарить, благодарить и благодарить таких самобытных народных артистов. А впереди у коллектива «Павловские узоры» много планов. Выступления на фестивалях, участие в творческих встречах, а также, конечно, обновление репертуара. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов. Видное ТВ.